Всем привет! Сегодня хочу показать вам рецепт крутой и очень вкусной рыбы, которая рыбой не воняет. Я не очень люблю рыбу, но эта рыба получается с очень таким сливочным вкусом. Есть небольшой секретик, который я добавляю, благодаря чему рыба удаляет просто свой неприятный запах. Я буду использовать хек. Можно взять обычный, можно гупси, любой. И наш секретный ингредиент — это будет корень сельдерея. Его нужен будет вот такой вот небольшой кусочек. Также более-менее стандартный набор — лук и морковь нам понадобится для этой рыбы. Для начала в сотейнике с толстым дном наливаю туда немножечко растительного масла без запаха и добавляю туда лук пассироваться. Пока пассируется лук, натираю на крупной терке сельдерей и морковь. Можно потереть соломкой. Добавляю к луку и оставляю тоже чуть-чуть пассироваться до размягчения моркови и сельдерея. Солим, перчим по вкусу на этом этапе, перемешиваем и будем уже добавлять рыбу. Весь этот процесс занял около 3 минут. Добавляю рыбку, выкладываю ее на масло, убирая наши овощи. Теперь овощи выкладываю наверх на рыбу и продолжаю выкладывать остатки рыбы, утрамбовывая ее, чтобы она застелила все дно. Овощи внизу стараемся не особо оставлять, чтобы они не подгорали. Затем добавляем молоко, так чтобы оно покрыло рыбу. И оставляем нашу рыбу на небольшом огне тушиться. Она может тушиться от 15 до 40 минут. От этого будет зависеть только степень мягкости вашей рыбы и ее сочности. Получается очень сочная, такая блестящая, вкусная рыба. Она вкусная и в горячем, и в холодном виде. Для тех, кто не любит вонючую рыбу, обязательно ставьте лайк и пробуйте. Это очень вкусно.